Здравствуйте, меня зовут Спицына Виктория, мне 16 лет, я из города Москва. Я занималась танцами современными, вокалом, также училась в школе экранных искусств «Афиша», занималась в музыкальной школе искусств на театральном отделении. На данный момент занимаюсь в театре-студии «Квадрат». Я снималась в нескольких короткометражках, а также снималась в одном из выпусков «Ералаша». Вообще, я очень люблю узнать что-то новое для себя, постоянно прокачивать свои знания, быстро запоминаю тексты. Мечтаю стать актрисой, сниматься с известными актерами, крутыми режиссерами. Хочу сыграть отрицательных персонажей, потому что они интереснее. Надеюсь, мечта моя в скором времени сбудется. Всем спасибо за внимание. До встречи на съемках.